Привет, ребята! На сегодня мы с тобой будем играть iPad-игры на канале Без. Так что начнем. А первая игра у нас пицца. Что мы должны делать? Слово нам уже подсказывает. Нам нужно приготовить пиццу для наших клиентов. Посмотрим, насколько это у нас получится. И насколько клиенты будут довольны. Так, берем томат, хорошо, сверху сыр, дальше у нас колбаса, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, так, посмотрим, ну, может, хватит. А это у нас, кажется, фасоль или что там, не знаю. Непонятное что. Так, отправляем в печку. Наша пицца сейчас будет готова. Так, уже готова. Нам надо еще и... Эй, ты куда? По кусочкам порезать и положить в коробку. Вот, посмотрим. Кажется, недовольна. Не заплатила. Ну ладно. Идем дальше. Начинаем все сначала. Смотрим, на этот раз будет клиент доволен или нет. Так, так, так. Посмотрим, посмотрим. Вышла наша пицца, уже готова. Вот. Режем на кусочки. Ну, отлично. Давай, держи. Молодец, заплатил. Значит, доволен. Так. Посмотрим, будет ли доволен этот клиент. Так, хорошо. Отлично. В общем, надо делать так, чтобы было хотя бы равномерно определить наши продукты равномерно, чтобы, наверное, из-за этого и клиенты были довольны, или не знаю, из-за чего они недовольны, я не понимаю. Пицца есть пицца. Так. Хорошо. Тоже не заплатил. Урод несчастный. Так. Давайте. Хорошо. Дальше что у нас? Дальше у нас идет печка. Ну же, давайте. Так, отлично. Вроде все хорошо. Посмотрим, насколько будет доволен. Молодец. Ладно, ребята, идем вперед.
не останавливаемся на одну игру, идем вперед. Дальше у нас dent is playing. Так, это у нас стоматолог, который лечит, чистит зубы, лечит и так далее. Ой, этот противный звук, ребята. Честно говоря, я тоже не люблю ходить к зубному. Но надо. Хотя бы раз в год надо. Так. Дальше у нас. Тут еще дырка есть. Прелесть. Хотя и зубы кривые. Но он доволен. Не бойся, великан. Сейчас мы и тебя вылечим. Так. Ой. О, вместо этого поставили золотые зубы. Так, давай, 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 давай. Хорошо. Ну-ка. Давайте выдергиваем зуб. И сразу же ставим на место. Так, что он недоволен? Так, все. Ну-ка, давай, давай, давай. Так, следующий. А нет, 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 вот сюда. Такая неприятная работа прям. Ну, все. Так. Так еще и этот надо быть, надо делать золотым. Так что же это такое, а? Так, так. Вроде доволен клиент. Да ладно. Иди с Богом. Девочка, не плачь. Что тебе надо делать? Так. Так, так, так. Ну-ка, давай сюда. Эй-эй-эй! В общем, не знаю, получилось ли у нас. Ну-ка. Окажется, она довольна. Ладно, ребята, идем дальше. Следующая игра у нас Фиштен. Так, это веселая игра. Я думаю, это понравится особенно детям. Ага. Хорошо. Почистили аквариум. А сейчас поиграем. В общем, ребята, не забываем про наш канал. Подпишитесь, и у вас каждый день будут новые видео. Так, хорошо. Так, так, так. Что дальше надо делать? Кажется, все хорошо пока что. Получается. Так, ребята,
подпишитесь, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. Нам будет очень приятно даже слышать ваши отзывы про то, как мы тут играем. Интересны ли вам наши игры? Если у вас есть хорошее предложение, то, пожалуйста, мы ждем ваших писем. Напишите нам. Так. Отлично. И все, мы победили. Прелесть. Отличный результат. Дальше. Давайте еще раз попробуем играть. Ну-ка, ну-ка. Так, наша задача. Вот. Освободить всех из степей. И еще и не только. Еще и это самое. Вот в эти кубики нам надо всех убирать. Так, отлично, отлично. Дальше что? Дальше, ребята. О! Вот взрывчатка нам очень помогла. Идем дальше. Хороший результат. Неплохо. Вот, еще взрывчатка. Так, отлично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И кажется, все, мы победили, ребята. Отличный результат. Следующая игра у нас Commuters. Попробуем играть. Тут надо из остановки забирать, ага, всех пассажиров. Ну, не так же. Давайте еще раз попробуем. Так, отлично, хорошо. Тоже неплохо. Опа-на. Не поместились. Еще раз. Так. Опять. Попробуем. Последний раз. Ну-ка. Отлично, отлично, ребята, у нас получилось. Молодец. Тут у нас уже лодочка. Ой, надо было всех поместить. Давайте, давайте, давайте. Вот, хорошо. Идем дальше. Так, прекрасно. Ну-ка, ну-ка. Так. Все супер, все довольны, всем хорошо. Ладно, ребята, идем дальше.
А следующая игра у нас Cooking Dash. Что нам надо делать? Так. Ну, давай. Чё так долго загрузка? Так, хорошо. Начали. Что нам надо сделать? Нам надо приготовить и обслуживать всех клиентов. Начали. А где клиенты? Так. Отлично. Так. Давай приготовь. Так, отлично. Кажется, мы успели всех обслужили. Отлично, клиенты довольны. Владелец тоже. Идем дальше. Прекрасно. Так, 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 давайте, давайте. Ага. Сколько тут? А, у нас еще зелень вдобавок. Брокколи или что там? Так, так, так. Отлично. Довольна клиентка. Хорошо, то же самое. Ну же, давай, давай, давай. Так, терпи, терпи, дорогая, терпи. Так, отлично. Так, давай. Так, у нас еще и... Ага. Ждем, пока приготовится. Давай. Супер. Отлично, ребята. У нас получилось. Идем дальше. А следующая игра у нас Sort It 3D. Так, нам надо сортировать по цветам наши шарики. Так, так, так. Посмотрим. Ага. Хорошо. И этого еще тут обратно уберем. Что дальше, ребята? Давайте освободим место для желтого. Вот, хорошо. Хорошо. Ты иди сюда. Молодец. Красота. Хорошая игра. И все. Все по местам. Прелесть. Так. Давайте. Ага, отлично, отлично. Вот.
Сложила все по баночкам. Хорошо. А нет, желтого надо сюда добавить. Вот. И кажется, все. Получилось, ребята. Ну все, хорошо. Идем дальше. А следующая игра у нас Blend It 3D. Посмотрим, что это за игра у нас такая. Так, кажется, нам надо приготовить коктейльчики. Так, задача у нас... Ага, сначала морковка, потом огурцы или баклажаны. Я не понимаю, что это такое. Ой, давайте еще раз попробуем. Так, хорошо, отлично, прелесть. Так, в эту баночку мы нальем, вот. И подаем с бабочкой. Ну-ка. Все, клиент доволен. Отлично. Что дальше? Так, так, так. Сначала огурцы. Хорошо. Дальше у нас оранж, а потом уж яблочки. Наливаем стакан и воля. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Довольны. Красота. Ну ладно, ребята, идем дальше. А следующая игра у нас... Slap Kings. Это игра такая, чуть-чуть дурацкая, да. В общем, надо ударить. В общем, я это самое не обратила внимания. Там надо ударить посильнее, а удар определяет вот. Ну, это темно-зеленый цвет. Надо вот останавливаться тут. Но так и не смогла на темном останавливаться. Чтобы удар был посильнее. Ну-ка, давайте попробуем. Ой, тоже не получилось. Сейчас он меня убьет. Вот. Попробуем еще. Ну-ка, давай, давай, давай. Вот. Дурацкая игра прям. Вот. Да ладно, еще стоит. Да. Ну-ка. Вот все. А нет. Сильный такой. Это что же получается? Я сильнее бил, а в результате он побеждает. Это нечестно, ребята. Совсем нечестно. А болельщики вокруг. Это ужас какой-то. Так. Да ладно. Сейчас он убьет меня. И все. Так, эта игра нечестная игра. Ладно, не хочется уже продолжать. Оставайтесь хорошо. Всем пока.